В этом году испробовать воду туристам удалось не в начале мая, как это было всегда, а в середине апреля. Открыли водный сезон спортсмены первенством города, который проходит в два этапа – ралли и техника водного туризма. Местом старта стал берег в селе Новочеремшанск, а финиша – под Ивановским мостом. Это место, потому что очень удобно как бы подъезд, и расстояние небольшое, где можно будет проверить свое качество, там пройтись. И отсюда люди дальше пойдут еще сплавляться, вот, отдыхать уже пойдут. В заплыве на 20 километров участвовали 10 байдарок, 6 мужских пар и 4 смешанных экипажа. По итогам мужской зачетной группе первое место взяли Виталий Дурманов и Даниил Фомин. А в смешанной категории победителями стали Александр Григорьев и Наталья Курсакова. Буквально на той неделе во вторник я еще катался на лыжах, во вторник. Да, а в среду, мы с Наташей прошли в субботу. А в субботу мы уже на байдарке спустились. То есть на одной и той же неделе и на лыжах, да, и на байдарке. Через 3 дня мы на байдарке. Пока одни управляли байдарками на воде, на суше приготовили отличную уху. Ведь туризм – это не только спорт, но и свежий воздух, здоровый аппетит и веселая компания. Евгения Креминская, Виталий Немов, новости Димитровграда.